Здравствуйте. С вами Андрей Ткаченко, оператор Александр Ткаченко. И сегодня у нас наша тема — отправка биогумуса. В данной ситуации вот этот 326 мешков едет в город Югорск. То есть очень приятно за то, что наши труды на Ютубе как бы не зря проходят. То есть есть объединение дачников в городе Югорске. Посмотрели наши ролики, как бы приехали к нам в гости. Мы им дали для пробы наш биогумус, донесли мысль о том, что биогумус на песчаных грунтах, а в Югорске они почти у всех такие, знаете, гольный песок такой. Бери с огорода, забрасывай бетономешалку и строй себе стены. То есть, что биогумус — это настоящее спасение для песчаных грунтов. То есть, вноси торф, вноси перегной, это все за год вымывается. Буквально песок, так называемый, все сжирает. Да, как, есть такое понятие. Не держится ничего. В частности, биогумус, когда червяк проглатывает органику, он образует такие микрокапсулы, которые как бы обволочены его слизью, и талые снега не дают ему вымываться. То есть они посмотрели, дали попробовать всем своим желающим дачникам. У них в объединении около 120 человек. И они просто скинулись, и вот для пробы взяли 326 мешков. Кому-то мешок, кому-то 2, кому-то 5. То есть, и вот сейчас отгружаем. Попросили, чтобы я еще приехал к ним. Как бы у них раз по каждое воскресенье у них собирается их, получается, единомышленники по 60, по 70 человек каждое воскресенье. И они там делятся опытом. Кто-то, возможно, что-то новое узнал. Приглашают людей. И вот следующую неделю к ним приезжают представители крупного питомника по деревьям, по кустарникам. И они уже анонсируют на следующей неделе, они уже анонсируют, вот в воскресенье анонсируют, кто приедет на следующей неделе. На следующей неделе приезжает с питомника представитель, потом они анонсируют, что я приеду к ним. Это город у нас, ну, достаточно далеко находится. Но надо ездить для того, чтобы донести мысль, что биогумус — это по сути спасение нашей земли. Привезти вермикомпостер, привезти биогумус, показать, что такое черви, рассказать свое видение экологически чистого земледелия, как бороться с вредителями без внесения пестицидов, как не вносить на огороде, то есть те же минеральные удобрения вносить. Такое вот отличное органическое, эталон среди всех органических удобрений для того, чтобы растения росли здоровые, то есть произрастали хорошие плоды без всяческой химии, и потребляя их, человек как бы самоочищался изнутри. Как говорится, употребляй еду как лекарство, либо будешь употреблять лекарство как еду. Поэтому никогда не стесняйтесь предлагать, если вы заводчик, вы разводите черви, никогда не стесняйтесь предлагать свою продукцию, если у вас хороший биогумус, соответственно. Доносите эту мысль ко всем желающим. А вот, допустим, даже в данной ситуации люди попробуют, и есть так называемое сарафанное радио, понравится, так в следующем году захотят и себе больше, и соседей приведут. Поэтому пробивайте себе, протаптывайте себе путь постепенно сами. И если еще есть так подобного рода объединения, приглашайте. Ткаченко открыт для приездов, для общений. И ну, также с удовольствием мы к вам приеду, пообщаемся. Я со своей точки зрения, у меня своеобразное видение экологически чистого земледелия. Поделюсь с вами, что-то подчеркнете. То есть, если понравится, соответственно, будете идти примерно в нашем русле. Ну а пока пойдем грузить, потому что хотели снять сначала после погрузки, но потом будем запыханные, уставшие, с красными лицами, и так на улице морозец. Будем работать. С вами Андрей Ткаченко, оператор Александр Ткаченко. Здоровья, счастья, наша судьба. До свидания.